взводе Русь. Так, вот сейчас я весь уделяю команде, там плюс друзья, если кто захочет. Никакое ограничение, это не приглашены, ничего там. Это кто захотел, на сервер зашел, пароль можно взять у ребяток в TeamSpeak. Большая, огромная карта, видите, да? У нас сегодня операция Бунт. Суть игры какая? Как в DayZ зашел и выбрал для себя команду, и начиная с базы, можешь вообще вот плавать, купаться, но главное, как вот во время у немцев, партизанов в лесу, чтобы тебя не убили. Можно просто сидеть в любом там кустике и пробегать, когда пробежит заяц, какой-нибудь стрелить, я имею в виду врага. Не обязательно сегодня идти в бой, потому что жизнь всего лишь одна, ее надо беречь при любом раскладе. Вот, команды запустились вот сейчас. Я не знаю, смогу ли я всех сегодня поснимать, но каких-то бойцов смогу. Вот вначале зашли трактористы, я вижу. Гораст, так, Гривант. Вот, потом Гавер, Серк, Хитрый Злодей, в другой команде Бандит, Зоры, Зер, Белорус, Голдкилл, Фартовый. Все, одна смерть, да, одна смерть, и вот ребятки играют. Разбежечку они, наверное, делают. Я не знаю, я не буду комментировать, я просто скажу, что я с удовольствием бы хотел тоже посниматься в такой игре, вот именно, чтобы не просто вот, когда бегаешь без конца в превосходство, тебя убивают, 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 а вот именно смотреть, откуда тебе прилетит пуля, это все лишь тоже интересно. Вот можно ползти, идти, ну вот что-то в наглую прям Гавард дрон уходит, куда он едет, я не знаю, но он с кем-то решил объединиться. Можно играть одному в своей комнате, в TeamSpeak, не обязательно все это слушать. Посмотрим, куда они вошли. Они решили в самый в тыл, чтобы на базе, наверное, на выходе кого-то стрелять. Но там же тоже пулю. Кстати, по запрещению, что я хочу сказать. По запрещению у нас запрещено у медика 320-й всякие там, чтобы не бомбило. Потом у саппорта это у нас запрещено вот этот XM-25, чтобы тоже не бомбил он. И у снайпера, ну вот эти, чтобы самолетиков всяких не было, что у этого, что у саппорта, что у снайпера, самолетики там, разведчики. И плюс МАФ тоже запрещен, чтобы не смотрели по карте. Мини-карта отключена, все подключено, спот отключен. И у кого еще, кто у нас еще остался? А у робота, у инженера тоже, да, чтобы там не ходили, щекотали пятки там людям, не мешали играть. Все, команды распределились на С, на В, Д. Давайте посмотрим, кто как вообще действует, что думает Гавар. Вот Гавар посмотрели, тоже смотрите, боец, ник у нас Грив... Green Mart, Ward, или не знаю, Ward, или как правильно читается, к самолетику пришли, вот они просто сейчас играют. Они могут здесь рисовать, что хотят, им не главное кого-то убить. Ну, баствол, да, конечно, можно, но я и говорю, что главное не использовали то, что запрещено на сайте написано было. Вот Зерк взял что какую-то большую свиночку, такой пулеметик, ну вот он выбрал ее, наверное, значительно, потому что нельзя будет потом поменять, если только с трупа, конечно, взять, ну, вот. А он взял же, по-моему, это не то, которое... бомбит, вот я не знаю, вот вроде все бомбежное, которое у самолета лежит, вертолета, его же вроде как бы и нельзя без всякого, ну, вооружения, ребят. Мне кажется, это было нарушение. Вот со снайперкой фартовый засел. Да. Без боя, конечно, комментировать не буду, но скажу, что это очень, наверное, интересно. Вот Зер тоже. А, кстати, вот он уже был, да, он выбросил эту нубу, большую пушку. Да, где-то она рядышком, наверное, валяется. Он ее бросил, это у него она была. За кем еще не смотрел? Зори. Что делает Зори? С третьего лица тоже. Давайте от первого посмотрим, чего у него за оружие. У него снайперка, он решил сегодня поснайперить своих, видит. А что-то ребятки сразу решили прям сливаться, я смотрю. Что-то Гавр сейчас нападает. Гораст. Что у нас Гораст в руках? Тоже, по-моему, снайперская винтовочка. Ползает он. И как-то все, по-моему, близко друг к другу уже подошли, да? Я посмотрю, насколько их разделяет граница. Еще ни одного смерти не было. Ребят, кто кого убивает, записывает свои смерти, и тот фраг — это ионы. На сервак можно заходить, вот видите, в правом углу идет отчет у нас на сервере по времени, в серединочке, да, идет. М362, а, М60, нет, конечно, мне кажется, можно, только не который валяется. Троечка, ребятки эти ходят, вот эти решили троечка объединиться, и здесь тоже трое решили, нет, двое, да, мне показалось, трое. Здесь два бойца. Тут у нас один, кто у нас... Гавар сам решил ни с кем не объединяться, решил сам поиграть, заперся в домике. Кто остальные? Остальные немножко разбежались. Один ушел в замок, да, я так понимаю, да, вот он по водичке, а кто это у нас по водичке? Давайте посмотрим. Ой, что я переключил? Ну ладно, давайте от первого лица, я найду его. Кто это? Кто это? Gold Kill, тоже снайперка. Многие бойцы избрали снайперку. Ну, снайперка, так понимаете, можно себе лучше в саппортом пулемет, можно стрелять на подавление, а потом еще. Потому что восстановление стоит, никаких спотов нету, карты нету. На снайперке промазал, мне кажется, просто задавят. Пулеметным огнем просто они задавят. Так, ну, бандит сам у нас, бандит. С чем он у нас ходит? Все инфракрасники. Почему-то все используют не просто оружие, а инфракрасники. Ну, каждому видней свое. Ни одной смерти, ребятки все осторожные, это, вот это и отличает от игры. Вот это когда
люди просто тупо бегут друг на друга вперед и не знают, завалили и возрождается. Видите, какая стеночка стали, как-то выслеживают друг друга. Можно обойти, можно всю игру просидеть в кустиках и потом показать, вот этот был мой, вот этот был мой. А если кто-то кого-то зарежет, это будет вообще эпично. Я сейчас пока смотрю, никакого там... А вот, кто-то решил, ворваться. Посмотрим, это Гавр. Решил поиграть сегодня, уже закончить эту игру. Вот, стрельба. Вот он, Гавр первого. Ай, как же косо, Андрей. Подавление не прошло, и что он сделает? Все, минус. Гавр забрал Серегу, ой, Димку. Зер Дима наигрался на сегодня. Ну, в принципе, был осторожно, был в кустиках, Гавр его нашел. И Гавр чухает домой, назад, на базу. А у Зера-то есть патроны, Гавр. Ты это не усмотрел, он же был пулеметчиком. Его сейчас, наверное, навряд ли, наверное, ну, его будут прикрывать, на его труп будут смотреть. Он рядышком, зря ты, конечно, вот так вперед. Но, конечно, хозяин барин. Давайте посмотрим, что тут у нас. Вот куда-то я забрался, повыше давайте посмотрим, где у нас опять же объективная картиночка. Карта большая, Гавр, вот он, сейчас Гавр встретится с кем у нас, кто его сейчас смотрит, контролирует, мне кажется. Вот он, кто-то, кому-то подошел, а его, а, бандит, бандит, сам бандюга. Взял пистолетик, ага, у него уже снайперка, не хочет он в ближнем бою. Смотрим, смотрим, бандит сейчас, наверное, сойдется с Гавром. Вот их сейчас разделяет эти камушки. Тишина у него все-таки, он решил перейти в комнате или все-таки он... Во флутной комнате, где много народу, где люди разговаривают, несут свое. Ну вот он, тихонечко, Ваня голову поднял. И получил хэт. Вон он, увидел бойца. Вот он, Ваня. Все, поиграл тоже. Ой, как он прилег аккуратненько. И в это время у нас Гавард забирает двух бойцов. Это будет, мне кажется, уже не последнее место совершенно. Так, Дайрыч. Что у нас Дайрыч смотрит? Медиком тоже очень грамотно, они с Гавром взяли. Вообще, где он находится? Давайте посмотрим, где он сам находится-то. Так, Зер Димка отыграл, никто не возродился, все, по одной смерти, можно идти ребяткам уже отдыхать. Почему-то у нас смертей, смотрю, в той команде убили двоих, а я посмотрел, что-то ребята там не сделали неправильно, потому что фартовый кого-то успел завалить. Ага, хитрого злодея, я пропустил такой вариант, что фартовый забрал одного. Белорус тоже, по-моему, отыгрался. Как он может со второй смертью, я не знаю. Это что-то за нарушение, но, в принципе, ребята все предупреждены. Не должны они вот так, конечно, делать. Но вот я не знаю, не буду я спорить. Давайте посмотрим, что здесь у них сошлось. У них, да, вот они, близко два бойца. Давайте пониже опустимся. Кто вот этот у нас идет в тыл? Не в тыл, а решил наступать. Давайте посмотрим. Хитрый злодей. Злодеюшка со снайперкой. Оба, по нему уже идет стрельба. Он этого не видит или его свои пугают? Да, ему не нравится, что-то со спины работает, и что работает, ему не нравится. Серега, не шел бы я вот так вот в жизни, ты бы, конечно, не поступил, пошел бы скупался, вот там рыбка вот должна плавать. Кого-то чего-то убил, птички поют, все это слышно. Ага, гранатку, кому? Кому гранатку? Ты кого-то там видел, слышал? Да, стреляют. Стреляют, стреляют, и что увидел? Ага, голову видел я это, злодей. Ну, оба, все, ханат, злодей отыграл, по-моему. Или все-таки сможет убежать. Давай, злодей, уходи, отдышись, приляж здесь. Ну, никто тебя здесь не найдет. Ну, вот бегай, убегай, по тебе стрельба, ляж за камушек. Все, 24... Ой, как тяжело, если тебя свои не прикроют, злодей. Игра у тебя сейчас, по-моему, закончится тоже. Болею, Серега, за тобой. Вчера ты меня выиграл в перестрелочке, а вот сегодня здесь я не знаю. Ну, отдышись, 24. 24%. Можно будет убежать. 30, все, восстановление пошло. Через домик, ползи, уползай через дом. Есть возможность. Да, ушел, ушел злодей. Да, играет, он будет играть. Все, он ушел. Нет, он все-таки лезет на рожон с 85% жизни. Зачем? Зачем? Злодеюшка, я кого-то там увидел. Все, следующего бойца смотрим. Зоры. Вот он и пугал злодея, мне кажется. Вот стрельба, стрельба, Зоры кого-то увидел. Нет, о, видит. Опа, выстрел был. Был хит, 67% жизни. Никто не прикроет. Дай аптечку. Ну дай аптечку. Ну что ты жалеешь? Да, на, вот спасибо. Все прошло. Дальше кто у нас? Гавр. Тот же самый у нас Рэмбо Гавр. Уже сколько он забрал? У нас два, так и осталось он. Гавр забрал двух бойцов. Он играет с хитрым злодеем. Ну что, ты мог бы хоть аптечку там помочь, его прикрыть, что-то, Гавр. Зашли вместе в сквад и как-то решили порозни. Так, ну, Гавр вообще скучно играет. Дайрыч тоже что-то не атакует. Давайте посмотрим, кто у нас атакует. Кто у нас рядышком находится. Вот они двое. О, вот как их уже клещи взяли. Кого уже взяли? Уже зажатый, зажатый боец. Кто это у нас зажатый? Тракторист, уходи, тракторист под жопой стреляет, молодца, ушел. 30% жизни, все, вовремя. Походу живешь, тракторист, будет у тебя дальше игра, по-моему.
Все, спрятался я в домике, все, у меня здесь нет. Закрывай окна, закрывай двери, и пускай зомби лезут в окна двери, отстреливайся, я не знаю, больше тебе есть не без вариантов. Твои там что-то контроль дают. Гавр, смотрите, Гавр забирает третьего бойца, и он остается с трактористом вдвоем на этой карте. А кто у нас отличился в этот раз? Белорус. Вот я не знаю, что-то с смертями было. Белорус, фартовый. Фартовый уже отыграл. Белорус, две смерти. Я не знаю, белорус, все-таки было ли нарушение с твоей стороны? Ну, двоечка не должна гореть. Соответственно, не знаю, второй фраг не засчитаем, наверное, потому что был договор. И две смерти, это не уже не котируется у нас, ребят. Посмотрим, там кто. Может, тот, наверное, перезайти. Я вот не знаю, сейчас придет, наверное, нытье будет. Белорус вышел, фартовый остался. Тоже одна смерть. Почему-то у фартового одна смерть есть, и он играет. Он продолжает играть. Вот это вот не очень так и понятно. Вдвоем, два мужичка в одном тимспике играют часто вместе, и что-то в моем решили прям так нарушить. Но почему двоечка? Фартовый должен выйти, наверное. Давайте спросим. Блин. Так, вот почему? Нет, я не знаю, почему у него уже есть. И злодей у нас отыграл две смерти. Вот что, как-то ребятки не могут, наверное, все-таки сделать честно. И вот это интересно. Так, фартовый уже после рестарта. Ну, интересно, конечно, после рестарта. Так, голд килл. Да, совсем не смотрел за голд киллом сегодня. Голд забрался на какие-то скалы, решил в душманов поиграть. Было бы народу больше, конечно, прилетела бы пуля, наверное. Окей, хорошо. Фартова не было смертей. Ну, все понятненько, в принципе. Если что, пересмотрим видео. Я не знаю, целый час, в принципе, будет сервер запущен. И что из этого выйдет, долго ли сегодня будут перестреливаться, и придет ли вообще сегодня Русь там еще играть, потому что это объявлено за час всего лишь была такая игра. У нас игры часто проходят разные. И вот одна из игр была запубликована за час до самого начала. Так что... На сайте только увидели, ребята. И кто увидит за время игры, могут зайти до конца игры, могут они зайти. Вот остался Гавердрон, тракторист. Они объединятся или нет? Они вместе все-таки будут работать. И до конца игры вот они могут затащить все-таки. У Гавра сколько? 4 смерти, у тракториста 0. Гавр прям Рэмбо сегодня у нас. А давайте смотрим за кем. Фартовый, да, у нас фартовый. Да, скучновато ребятки играют. Могут вообще, в принципе, заниматься своими делами. Час целый им дан. И никто, голдкилл вообще он засел на верхах. Взял снайперку, а вот если патроны кончатся, нет, 70 патронов, еще плюс 12 в магазине, 70, ой, 57 и плюс 12. То бишь нормально у него. Кого-то он увидел, с чего он там увидел, я не знаю. Смотрим за кем еще, давайте посмотрим. Посмотрим за дайеры, чем всеми просто посмотрели. Так, Гавра все-таки, наверное... отработали. Вот я пропустил тот момент правый угол, когда все-таки Гавра отнули. Гоняют у нас одного тракториста. Вот я не знаю, будет ли заходить еще народ, будет ли это видеть, будут ли это видеть бойцы. Вот он у нас, Дайрыч пошел. Здесь Лук найдет сейчас, наверное, и решит в Робин Гуда поиграть. А Лука почему-то не хочет его убрать. Это, наверное, свой есть там. Кстати, может кто хочет взять, может даже и Лук. Главное не использовать то, что говорено в правилах. Это можно ознакомиться на сайте. Все это есть. Давайте смотрим, кого у нас сегодня гоняет. Вот тракториста, он забрался в замок, в принципе, не палится, замок захвачен ими же. И одного бойца они гоняют. Вот лодочка есть, можно, конечно, на лодочке перебраться к ним в тыл. И с тыла боба, нет, по нему работает, его нашли. Хотя спота нету, но как-то его отработали. Снайпер какой-то его все-таки засек. И сейчас уже пойдет охота, будет зажим. Зажим, будут бойца по воде. Да, следы собак запустят сейчас, мне кажется. Кого ты тыкаешь? Да, чтобы для ускорения. Понятно, так быстрее бежать. Зефимом обход. Тракторист молодца, так быстрее бегает. Смотри, как они у тебя быстренько работают. Тебе можно, блин, заниматься спринтом. Все ништяк прям. Какая скорость, какое запутывание. Ты глянь, а. Давай еще подойди кого-нибудь по ушам с дефиба бы, вообще было бы здорово. Патронов у тебя достаточно, 124, то бишь еще 30 в магазине, 31, то бишь все пока отлично. Обошел, обманул бойцов, никто не зашел бы. Еще если бы один боец зашел бы, конечно, было бы тебе веселее, так как найти никого ты не можешь. Сервер вообще мог бы, конечно, забраться, если бы надо было информацию дать. Этот, знаете, что на большие игры очень много сразу народу. Вот опять же, ну не дают ему покоя, спокойствие, тракторист. Загоняли тракториста, и теперь отсюда будет тяжело на выпуске. Сейчас еще
видите, Б заморгала. Скорее всего, все это... Ой, куда бы ему не вибляторы в руки. И бегом отсюда, под жопу стреляю. Да, тракторист. Это здорово, это здорово. Чухай, чухай, чухай. Пятки только сверкают. Ну, и смотри, из точка Б это моргает. Сейчас с левой стороны какой-то враг, наверное, все-таки она моргала. Вот, 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 сейчас сможешь уйти к себе на базу. Да, вот они, гады, стреляют. А, да, все, положили водичку, да. И, наверное, все, все, наверное, тогда на сегодня... Им ловить некуда, и можно, конечно, целый час им сидеть ждать, но народу у нас всегда намного больше, сейчас повторяться не буду, наверное, придется, наверное, тогда остановить сегодняшнюю игру на том, что есть, хотя в Руси очень много народу, не видели, наверное, это объявление, ребята, потому что я знаю, что на игры ходят очень часто. Ну, давайте на этом все-таки закончим, наверное, сегодняшнюю вот нашу трансляцию, и, наверное, когда объявим более такую крупную, масштабную, то, соответственно, будет намного интереснее. Карту, мне кажется, стоит оставить эту, то есть руины развалины, можно играть полностью в удовольствие свое. Так, NFC на сегодня откланиваюсь, или все-таки стоит час ждать? Ребята замучаются сейчас, не знаю, они уже кататься пошли, смотрят, на сервак никто не заходит. И мне кажется, вот сейчас они будут просто без толку, конечно, откаться. Сильнее команда оказалась, это, хотя победители у нас фартовые, Дайрыч, ну и Голдкилл жил. Хотя у Голдкилла почему-то одна смерть, тут вот непонятно почему, должно быть ноль. Да, все, наверное. Все, все. Так, все, выходите. Ладно, на сегодня, ой, как хорошо, лодочка катается, спускается, не спускается, резиновая вроде, но не спускается. Все, на сегодня игра закончена. Эх, как красиво. Ну, кстати, если народу было здесь много, было бы намного интересней. Нет, переходить в другую команду не надо. Мы, конечно, могли подождать целый час еще, пока там по 5, по 7 человек. Но, видать, сегодня не онлайн. Воскресенье, лето, все-таки народу нету. И поэтому ничего мы сменить не сможем. Конечно, сейчас за целый час могли бы, но не буду ждать. Все, всем пока.